Всем привет, с вами Песенчик ТВ, и сегодня я вам покажу и расскажу, как же пользоваться программой Sony Vegas 12. Ой, Sony Vegas Pro 12. Ссылка на эту программу в описании. Ну, вот и наша программа. Файл открыть. Только картинки сюда можно вставлять, потому что видео, я уже пыталась вставить видео. Вот видите? У меня не получается. Ошибка какого-то кодика, я не знаю, если вы мне подскажете, что это такое, то я, наверное, решу. Как же это самое? Ну, а пока что я воспользуюсь картинками. Ой, не видео. Нет, не видео. Открыть их. Вот, как вы видите, картинки. Сейчас мы это сюда, сюда, сюда. Очевидно, вы видите, вот. Тихо, остановись. Давайте начнем. Вот, показывает у нас первое. Дальше идет второе. Дальше идет вот это. И как бы конец. Надеюсь, стой, остановись. И нам надо еще файлов. Не устраивает мало файлов? Пожалуйста, еще добавьте. Вот сюда. И еще добавьте. Здесь это программа для клипов. Но можно и такое тут натворить, чудо-юдо. Что даже будет все летать. Идеально все будет. Хотите вставить песню? Пожалуйста, вставляйте. Ой. Зачем мне это? Вставляем. Например, свое фото вставить. Вот я. Вставить свое фото. И еще одно фото. Вот это, например. У меня его не было. Так, иди сюда. Сюда вернись. Палочка, ты куда бегаешь? Кто тебя просил бегать? Не туда. Вот так. Все, готово. Хотите вставить песню? Пожалуйста, вставляйте. Вот загрузки. Вы можете выбрать любую песню. Вот. Вот уже. Готово. Только звук тише сделаю. Вот ваша песня готова. Только нужно ее сюда. Как-нибудь вот так вот. Эй! Вот так. Что это за кусок? Немножечко тише. Ну вот, у вас идет готово все. Как типа слайд-шоу, только по-другому. Дальше уже как слайд-шоу идет. И у вас заканчивается теоретически. Песня закончена.
Давайте еще несколько файлов добавим. А чего так короткая песня. И фотографии надо побольше, чтобы была вся целая песня. Только не кап. Давайте добавим просто С. Букву С добавим. Эй. Стоять! Куда ты идешь? Вот так продлить. Все, давайте еще начнем. Да. Все, начинается у вас тут. Готово. Так, остановись. Вот у вас готов ваш слайд-шоу, или как его там называют. И скажите, пожалуйста, мне в комментариях, как вставлять видео. Потому что у меня происходит какая-то фигня. У меня не вставляет нифига. Вот, смотрите. Внимание, произошла ошибка при открытии одного или нескольких файлов. Ошибка при открытии котика. Я не понимаю, что за фигня. Давайте сохраним мандикам. А где у меня будет сохраняться? Видео. Давайте сохраним без названия. Окей. Все, мы это сохранили. Давайте откроем папочку. Где-то внизу, без названия. Вот у нас готово. Открываем. Открывайся! Пожалуйста. Блин, у меня сейчас так глючит, наверное. Глючит прям капец. Давай, откройся, пока я настрою. Чтобы было меня слышно. Это очень громко. Примерно 42. Да! Все, мы открыли. Ну и вот у нас. Что закрыть? Вот, готово. И я могу это заснять даже, если хотите. Ну или если я захочу тоже. Тут тоже можно что-то вставить. Я не знаю, что. Примерно. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами была Апельсинчик ТВ. Всем пока!